такое? Какое-нибудь море черное, средиземное. А, ты смотришь, землю хочешь? Да, я хочу, если у нас берут столько земли, делимитацию, демаркацию, дефеминизацию, еще какую-нибудь. Да, нам бы проход дали, нам бы проход дали. Путин сказал армянам давать проход. Путин сказал армянам давать проход. Приласкать при грязи этот умный народ. Приласкать при грязи. Потому что все уезжает. Уехали, остались бы мы и, наконец, пошли повоевали, да, или да, или нет сделали. Обращаемся к тем, кто называет себя оппозицией, к тем, кто с кем у нас было связано столько ожиданий. Все, что они сделали, это постреляли бутылками, да еще их опустили до того, что сказали, что даже этот бывший министр обороны не может прицельно снайперски попасть тому в голову, кому она предназначалась. Вот с этим не согласен. Целился он четко, тот, но тот увернулся. Значит, не попал. Да, нет, ты, пожалуйста, не, попал, не манипулируй, да. Не бери уроки. Сейран Неуганяна не трогай. Он четко попал. Слушай, я его попал не трогаю. Мы даже в голову. Целился в голову. Слушай, мы тоже во что-то целились, а попали совсем в другое. Это да. Как всегда в нашей истории. Мне стыдно, мне просто стыдно, что русские занимаются нашими. Мне просто стыдно. Что такие мы дебилы, что кто-то постоянно должен наши вопросы решать. Помогите! Спасите! А где наша армия? Сейчас пытаюсь тебе без мата ответить. Не получается. Наверное, в казармах, Ида. И не знаю, где она. Если мы до того дошли. Тьфу на нас, на армянское государство. Я придумала название. Да. Не половина. Знаешь, какую нация? Какая? Что такое Армения? Гнездо кукушки. Ида, не говори таких обидных. Значит, оно гнездо кукушки для кукушек. Слушай, все уехали, уезжают. Нет безысходной ситуации, если все не передохли. А поскольку мы еще не все передохли, вот так просто буду говорить, а у некоторых даже есть честь и достоинство, надо понимать, что возможность поднять с пола что-то, сделать из него флаг и идти вперед, она продолжает оставаться. Есть, всегда есть возможность в обмен на что-то получить дорогу к морю. Как ее можно было бы купить кусками этой диаспоре к Черному морю через грузинские и прочие, в аренду взять на 100 лет, а дальше посмотрим, что будет с этой землей. Я тебе скажу, почему мы здесь. И я объясню, почему. Не потому, что я шизофреник, хотя, может быть, и шизофреник, не знаю. Потому что есть такие понятия, как честь и достоинство. Вот я не хочу. Я не хочу, чтобы мои честь и достоинство валялись там, и кто хочет по ним. А нас лучше убить сейчас. Если мы встанем с колен, нас вот. Не убить. Знаешь, почему? Вот не поздоровится. А знаешь, нас почему не убьют? Потому что все-таки задача в этом лже-толерантном глобальном мире, поэтому заповедник оставят. Вот этот заповедник гоблинов, где 2,5 армянина, okay. Оставят. Лящи щипцы, легко отдать концы, не избежать судьбы, готовьте, братцы, гробы!